Приветики всем! Доброго утра всем! Сейчас подождите. Всем доброго дня! Доброго утра! Это день-то у меня, у вас-то утро. Доброго, благословенного утра! Приятного чаепития, кофепития, хорошего настроения, радости на весь день. Так, Марина Марина Леонис. Здравствуйте, Мариночка, давно вас не видела. Здоровья, мира и добра вам. Аминь. Принимаю и вам тоже. Вам тоже здоровья, мира, добра, радости, мудрости, Божьего благословения во всех сферах вашей жизни. Это так важно, это так важно. Это шикарно и неповторимо. О, как приятно, спасибо. Благодарю вас, благодарю. Добрый день, приятного вам дня. Спасибо и вам хорошего дня. Замечательного. Чтобы весь день были заряжены позитивом, радостью, счастьем и в ожидании, знаете, чудо, что вот произойдет в вашей жизни чудо, и она произойдет, она обязательно произойдет. Верю. На самом деле наша жизнь то, о чем мы думаем. Как мы думаем, как мы мыслим, как мы видим жизнь, так мы и живем. Умом это понимаю, но работать с ним, знаете, вот ты рождаешься с неким каким-то вот характером внутри, то есть или меланхоликом, или каким-нибудь там, я не знаю. Человек, который ничего позитивного в своей жизни не видит, и вот он гоняет эти мысли, гоняет, далеко не видит, он прямо вот как в своем каком-то, находится в своем мире негатива. Вот за таких людей надо молиться, прям очень надо молиться, потому что то, о чем они думают, то они и привлекут в жизнь. Манечка, как думаешь, почему Бородина учит жизни, при этом выбирает себе гулящих и безработных мужчин? У многих советских женщин, мы родились в советское время, или, по крайней мере, воспитаны советскими мамами, она может... Сколько ей лет, я не знаю, честно говоря, но ну, советская бабушка, советская мама, и у нас самооценка очень низкая. К сожалению, у русских женщин самооценка очень низкая. Это только из-за самооценки. Алексей отправил вам голосовой вызов. Подождите, 5-5. Пригласила сегодня одну мою знакомую женщину, она из Луганска, живет здесь, старше мне, наверное, лет на 10, но водится с внуком-инвалидом, Тимур его зовут, мальчика этого. Мальчик очень такой
ну, ДЦПшник, сидит в коляске. В общем, решила провести с ней. Она вообще ничего не видит. Вот, ну, просто ничего не видит эта женщина. А вот, только вот ребенком занимается. Я решила их сегодня пригласить в город, чтобы с ними, ну, побыть, помочь ей немножечко, вдохновить ее немножечко. Решила с ней ее как-то подбодрить. Большой привет из Ташкента. Привет, Ташкент, привет. Вот. Позвонила одному моему знакомому, который живет не очень далеко от них. И попросила, я говорю, послужи ему сегодня, пожалуйста, ей, этой женщине. Я говорю, помоги, привези их в этот, как его, в Тайкухуй. Там очень хорошие ресторанчики, там погулять можно. Здрасте, Марина. Здрасте, здрасте. А вот. И так получилось, что он уехал раньше меня. Забрал их, он уехал, и он сейчас мне звонит, а ты когда будешь? Я говорю, я только что Хуйме проехала. Это, то есть, значит, что они меня должны ждать, ну, как минимум 15 минут, как минимум. В общем, опаздывают я немножечко. Но он же их не бросит там, мне надо подъехать. Уже достанем и коляску, и мальчика. Пойдем, приглашу их куда-нибудь в кафе. Так, Миделек, привет, 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 привет. Rosanna Magic. Wow, Magic. Are you magic maker? Маринка, как считаешь, почему свекровки не... Свекровка, мне нравится, когда их сыновья дарят своим женам подарки. Почему такой абсурд? Почему такой абсурд? Есть такой... Да, ну это ну, действительно абсурд. Но мужчина должен радовать свою женщину. Ну, это факт. Ну, они же, ну, потому что, наверное, у них такого не было, и зависть, я так думаю, все-таки. И это зависть, что она так не сумела, ее муж так с ней не поступала, не поступал, и вот сын так поступает, и ей где-то, наверное, завидно. Ну, кроме зависти, я в этом ничего не вижу. Ну, как может не радоваться женщина хорошим отношениям сына и невесты? Вот как? Да я бы просто, я не знаю, пусть боготворят друг друга и пусть просто не беспокоят меня. Пусть радуются, любят друг друга. Ну, это вообще, конечно, и с такими и общаться легче. И ну, это столько радости, это такая немудрость. Не мудрая, значит, женщина. Господи, прости, конечно, за то, что осуждаю. Марина, как вам, как тата и бети, как вы, как тата и бети. Белек, ну, тата и бети, вроде хорошо все у них. Я, ну, у меня тоже потихонечку думаю, потихонечку думаю, молюсь. Куда бы уехать из Китая, потому что в Китае, да, у меня уже все построено, как бы, и работа, и все, но дело в том, что из Китая выезжать никуда невозможно, никого видеть невозможно, поэтому я сейчас очень много молюсь о том, чтобы
бывает в эфирах. Тата вообще не бывает в эфирах, практически не бывает. Ну, может, парню ее не нравится, я не знаю почему, не знаю причину. Ну, Тата все хорошо, слава богу. Вот. В общем, думаю, молюсь, куда бы переехать, чтобы жить, чтобы уровень жизни был не ниже, чем здесь, и чтобы зарплата была высокая, но чтобы вот, вот так вот захотела куда-то вылететь, и чтобы я могла летать в любую страну, чтобы такого не было, что я улетела и обратно прилететь не могу. Ну, это страшно прям. А вот, поэтому думаю, молюсь, Господь устроит все, я надеюсь. Слишком далеко я от всех, слишком. В Россию приезжайте. Ну, а мне что там делать в России? Не принимает меня Россия, понимаешь, я приезжаю там... Уровень жизни у меня падает. Не понимает. Несмотря на то, что я очень-очень люблю Россию, для меня там слишком тяжелая энергетика, слишком. Я слишком... могу сказать, что и как, но энергетика не моя там. Как вам Турция? Я очень люблю Турцию, но жить не хочу. Туда приезжать только в год, может быть, два раза, весной, осенью. Весной, когда сезон клубники, осенью, когда сезон инжира. А вот. Ну, отдохнуть. Делать нечего. Угу. Ну вот, чтобы я могла и в Россию прилетать, раз вот подумала и прилетела, раз вот подумала и в Грузию к родителям улетела и обратно. Вот мне надо вот такую локацию. Думаю. Может, перееду в Дубай, может быть. А в Европу не хочу, сознательно не хочу. Сознательно прям не хочу. Дубай лучше. Так я тоже думаю, да, думаю. Много об этом думаю, да. Изучаю. Познакомилась с юристом, с девушкой, с русской. Вот. Общаюсь с ней. Узнаю. Прежде чем переехать, надо знать законы, надо знать много чего надо знать. Это очень непросто. Ты встал, поехал, так. Значит, так тоже нельзя. Расскажите, чем занимаетесь в Китае? Диана Ильясова. Занимаюсь чем, значит? Занимаюсь, ну, не очень крупным, таким мелким бизнесом, байерством. И преподаю в школе английским. Вот. Основная моя работа – это преподавание, конечно, на сегодняшний день. Это основная моя работа, потому что она занимает в моей жизни очень много времени. Прям вот у меня каждый день по 9 уроков. Это, конечно, забирает, отнимает. Поэтому мой бизнес, вот раньше было очень хорошо, но он становится все меньше и меньше, потому что не успеваю, у меня нет... физически сил на то и другое. Или надо заниматься одним, или другим, хорошо. А, так, Мариночка, здрасте.
выглядит очень хорошо. О, спасибо, благодарю. Да. Благодарю вас, благодарю. Красавица Ромашенко 87. Спасибо, Ромашенко. Так, так, так. Красотка, ну прям столько комплиментов. Ну столько комплиментов, как мне. Ой, спасибо. Ну вот, женщинам все равно нравятся комплименты, видите как.我是俄罗斯的。俄罗斯的吗？对呀。你喜欢俄罗斯吗？啊？喜欢俄罗斯吗？喜欢不喜欢？你喜欢不喜欢？喜欢吗？对。我也爱中国。有点感觉，你们俄罗斯的女人都是那个脸型都是差不多的哈。对呀。 那你们那边过去东北都很近啊，是不是？对，在东北都很近很近，对。然后很冷很冷，太冷了，太冷，在东北一样的。俄罗斯也是大国，也是厉害。谢谢。是。你喜欢普京吗？啊？喜欢普京吗？我非常喜欢他。我喜欢他的个性。 他的个性是非常好的。对，我也喜欢他。他的个性是非常好。对，是。像人家说的有仇必报一样，他的个性我非常喜欢的这样。是的，是的。我每年很喜欢现在。Добрый день，давно не。像我们中国人说普大帝，还是这。啊，普大帝是吗？ Вот эти ли вы в садике или уже в другом месте, Лен? Нет, я работаю также в садике. Как минимум до конца года буду там работать, а? Ура! 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 对，这个不是加油，这个差不多，这个是我们很高兴，我们很高兴，我们加油也好，我们很高兴，是差不多这样的。鼓励的意思。对，那是蛮好的。对呀。所以我上次。 У французов своя французская интонация, что на английском, что на китайском, у грузинов свое. Тут, знаете, а какой, вы хотели, чтобы я говорила как британка? Или как китаянка на китайском? С их акцентом. Даже у них в Пекине, как в Пекине говорят,
и как говорят на юге, это вообще два разных диалекта. И как говорят в Шанхае, это вообще третий отдельный, это вообще третий отдельный диалект. Приехали. Ой, мне надо будет сейчас созваниваться, мои хорошие. Я попозже выйду на связь с вами. Все, прощаюсь с вами. Благословенного, доброго, 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 счастливого дня.